Больше 1000 мигрантов спасены за минувшие сутки в Сицилийском проливе. Беженцы из африканских стран пытались переправиться на надувных лодках и рыболовецких шхунах от берегов Ливии в Италию. В опасное путешествие пустились даже женщины с грудными младенцами. Для спасения горе-мигрантов за последние часы проведено 11 операций с участием кораблей береговой охраны Италии, военных судов, а также неправительственной организации из Испании. Всех спасенных перевозят в итальянские порты. В этом году в Италию прибыли уже свыше 150 тысяч беженцев. Это последние данные Международной организации по миграции. Около 3000 погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до европейских берегов. Зачастую нелегальные суда с беженцами отправляют криминальные группировки. Они неплохо зарабатывают на этой беде людей.